Ставь лайк за 3 секунды, если любишь лето. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, а также Димка. Мы находимся в GTA 5, и это шоу Бит Автогонщиков. Привет, 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 привет. Итак, друзья, сегодня мы с Диманом прибыли в очень интересный райончик. Это у нас центр Лос-Сантоса. Именно здесь сегодня мы с Димкой поиграем в битву автоугонщиков GTA 5. Ну и, друзья, вкратце о правилах этого шоу. Смотри, как она культяпками своими туды-сюды. Культяпками, я понял, ладно. Друзья, вкратце о правилах этого шоу. Прямо сейчас мы с Димкой сделаем друг для друга по 8 рандомных тачек. Потом поставим их вот в этом райончике, который я отметил точками. То есть, вот, ребята, я провожу полностью квадрат. Это район, где сегодня мы и спрячем по 8 тачек друг для друга. А потом наша задача, я должен буду угнать тачки Димки, а Димка мои. Привести их на базу и сравнить, у кого они круче. Ставьте лайки, давайте мы соберем 4000 лайков, и выходит новенькая серия по этому классному шоу. И также не забывайте подписываться на канал. А мы готовимся к первому раунду. Итак, друзья, прямо сейчас я сделаю 8 рандомных тачек для Димки, которые я и спрячу. Начинаем мы с спавн именно рандомных тачек. Поехали. Первая машина — это Dragster Land Cruiser. Нифига себе. Вторая тачка, друзья, это у нас, это по идее Lotus. Идем дальше. Третья тачка — это Mercedes. Прикольная, однако. Четвертая тачка — это у нас Golf. Пятая машинка — это у нас BMW, такая заряженная. Шестая тачка — это Урус Ламборгини. Седьмая тачка, друзья, пока не по... Бугатти, нифига себе. И восьмая тачка, последняя, это Феррари. 8 тачек есть, из них реально очень много крутых машин. Надеюсь, что и Димка тоже поставит для меня сегодня быстрые тачки. А мы прямо сейчас прячем эти тачки для Димки. Итак, друзья, первая машина — это Mercedes. Я думаю, что хочу запарковать его где-то, наверное, здесь. Только вот я думаю, давайте мы запаркуем его вот. Я придумал, запаркуем мы его вот таким вот, ребята, получается, что образом. Идем дальше. Гоночный Лотус, друзья. Я хочу запарковать вот в этом метро. Прямо вот в подземном переходе. И давайте мы это сделаем. Я думаю, что вот где-то, наверное, вот так вот мы это поставим. Пускай машина стоит именно здесь. Идем дальше, Volkswagen Golf, и я думаю, что запаркую, а давайте прямо вот как-то, наверное, здесь поставим. Давайте вот, вот в этом месте, в принципе, место прикольное, да, даже мы сделаем вот так вот. Идем дальше, Land Cruiser, Dragster, друзья, тачка очень крутая, очень мощная, очень заряженная. Давайте, я думаю, что запаркую ее где-то, наверное, как-то так нужно еще заехать, потому что он как бы такой неуправляемый, что жесть. Давайте мы запаркуемся вот здесь, а почему бы и нет, реально. Запарковался я вот так, пойдет, место неплохое. Идем дальше, BMW я запаркую вот в этом месте. Lamborghini Urus я поставил вот таким образом. Бугатти, я думаю, что, ребят, запаркуем вот в этом подземном гараже. Давайте вот таким вот образом поставим эту прикольную тачку. И, наконец-то, последняя тачка на сегодня — это полицейская Феррари. Давайте, я думаю, что запаркую ее как-то вот так вот. Пускай будет здесь стоять. Все машины мы спрятали, полетели искать тачки Димки. Итак, друзья, мы готовы к нашему поиску, бро. Желаю тебе удачи, время пошло, у нас есть ровно 12 сегодня минут. И начинаем поиски тачек, друзья. Время много, да, но и тачек много. Сразу так быстро, Диман. Чё? А, ты чё тут? Зачем ты за мной едешь? Я даже не смотрел с тобой, на самом деле, по карте. Просто поехал сюда, потому что хотел приехать сюда. Нашёл первым. А ты фуфел, блин. Сам ты фуфел. Не за... Что ты делаешь? Отдыхай. Отдыхай давай, все, это отдыхай. Ну, так, ладно. Тачка хотя бы есть. Димка первую тачку очень быстро нашел, как бы. Я пока не нашел тачек сегодня. Поэтому интересненько, интересненько, бро. Расскажи мне, пожалуйста, за цвет хотя бы. Какой цвет тачек? Красный. Все, вижу, вижу, да. Я пока ехал, нашел вон там сверху. Сейчас заеду, ребят, заберу. BMW стоит прикольненько. Поэтому ее, ребят, разумеется, нужно забрать. Это какая-то что-то прикольненькая. А, это BMW M5. Слушай, такая заряженная. Прям реально прикольненькая бэшечка. Но то, что у меня уже в экране очень много бликов, и поэтому... Бликов в экране? В смысле, какие бликов у тебя в экране? Ну, окно, с окна.
А, солнышко, солнышко мое, вставай. Я понял, хорошо, ладно. Ну, окей, ребята, 8 тачек есть. На самом деле, мы снимали с тобой последний раз. Мы снимали с Юрцом последний раз. Мы не находили по 5, по 6 тачек. Это прям вообще было что-то очень странное. Ну, в сумме, то есть, да? Вот, а поэтому это что-то нереальное. Поэтому, друзья, часть и не нашел ничего. Возможно, ребята, мы реально слепые. Поэтому давайте так, в комментариях помогите найти тачки, которые мы ищем. Если вдруг мы проезжаем мимо машин, в комментариях тайм-кодики, ребята, разумеется, пишите обязательно, потому что тайм-кодики помогают нам потом понять о местах, которые мы, ну реально, типа, ну просто внимания не обратили. Поэтому в комментариях пишите обязательно. Что ты нашел опять? Бугатти. Бугатти нашел, нифига ты, конечно, да. Дикий поц. Ладно, короче, ребята, а если мы сейчас заедем сюда, например. Тот дикий поц. А если мы посмотрим в ту сторону. Так, пока одна тачка. Прошло есть. Две минуты. Две, прошло всего одна машина. Алло. Что за приколы, блин. Фига, кажется, здесь летаю. Я для тебя летаю, очень прикольно. Интересные тачки понаставил сегодня. Очень интересные, а места, бро, сложные, прям несложные? Прям вообще очень интересные. Одно прям мега сложное. Я долго пытался, но получилось. Реально? О, нашел это Бентли! Отлично. Проехал по окраине и не зря это сделал. А ты это хорошо. А, слушай, ну зайди посмотри. Так, я пока, ребята, если как-то прыгну, потому что я здесь... Что такое? Если найду. Ну, если найдешь, то найдешь, фиг поспоришь, как говорится. Я уже нашел, это Порше какая-то. Да я понял тебя. Ладно, получается, что у Димки три тачки, у меня пока две, друзья. Но надо бы как-то это, немножко раздупляться, потому что, ну, сами понимаете, мы... Бит автогонщиков такая рубрика, где можно быстро найти там, типа, 6 тачек, а потом раз и все, остановиться просто. Подожди, а ты в зоне катаешься? Да, я не в зоне катался, просто объезжал, там по-другому нельзя было заехать. Well. Вот, поэтому да. А бывает наоборот, типа, не можно эти тачки, а потом быстро щелк и быстренько, ребят, находишь тачки. Поэтому смотрите эти поиски до самого конца, потому что впереди самое интересное. Так, ну-ка, сейчас мы еще заезжаем вот сюда заезжаем мы, и пока давайте посмотрим внимательно, потому что здесь я вроде как уже смотрел, здесь ничего нет. Здесь я тоже смотрел, здесь сейчас смотрю, точнее говоря, здесь ничего нет. Это странно. Это здесь я вроде находил уже, да, если не ошибаюсь. Короче, ты, а куда сказал, ты пытался кое-куда запрыгнуть и запрыгнул? Кое-куда? В смысле, не, пытался ее закинуть туда очень долго и закинул. А куда ты пытался закинуть тачку, расскажи мне, пожалуйста. Стало мне так вдруг интересно. Может, ничего не хочешь? Может быть, типа вот сюда, например? Нет, не сюда. Я там просто посмотрел кое-куда. Так, ладненько, здесь я все обыскал, ничего не нашло, поэтому поехали дальше смотреть. Да ну! Как? Это че? Это чит? Это чит? Я нашел тачку. Как ты ее здесь поставил? Она не зафрижена? А почему я не могу ехать на ней? А, это типа как-то... А все вот так вот. Ямато читбаги! Я так давно читбаги, ребята, не видел. Офигеть, это просто нечто. Ты нашел... Ты фонари я закинул. Ну, видимо... А, дай угадаю. Со стоянки, да? Да. Да, я понял. Три тачки у меня, у Димки уже 4 тачки. Ну, слушайте, пока получается неплохо. И реально интересненькие тачки, интересненькие нычки. Это самое главное. Поэтому, ладно, поехали пока дальше. Ну, как я, ребята, говорил, то есть, бывает, ну, не можешь найти долго, а потом резко бац, и быстренько находишь кучу тачек. Поэтому... Три тачки у тебя, 4 у меня. Ну, это да, это да. Та-та-та-та-та-та-та, это я понял, да. Так, значит, это мы сейчас сюда заезжаем. Здесь ты, получается, сейчас мою нашел, хорошо. Так, а давайте-ка мы сейчас... давайте-ка мы реально заедем сейчас сюда, потому что что мне подсказывает, что здесь... Это не все, что Димка приготовил нам, но я в это очень искренне верю, как говорится. Поэтому надо посмотреть. Так, ну здесь... А, я еще забыл сказать, у меня еще байк есть. Серьезно? Да. Ты что, прикалываешься? Нет. Прям байк? Да. Прикол вообще. Прикол как бы. Неожиданно.
Байк, это прямо слишком люто что-то, ребят, на самом деле, поэтому даже интересно. Так, ну, я пока, давайте посмотрю по сторонам, но пока ничего не вижу, поэтому, ну, ребят, я ничего не вижу, как вы понимаете, поэтому, да, поэтому... Че такое? В смысле? Че ты ржешь? А че не так? А че ты ржал сейчас, скажи, пожалуйста, мне. Я тебя скинуть пытался. А, ты меня скинуть пытался, я понял. Ладно, хорошо, ну, да. хорошо. Просто там осматривался внимательно, но ничего не нашел больше. О, нашел! Ебой, нашел, заехал, нашел. Это мустанг. Я под ПД нашел. Под ПД? Я тебя понял. А я нашел, это мустанг, друзья. Ема, вот это сейчас, конечно, имба. Вот это имба, друзья. Да-да-да, это очень круто. И это моя, подожди, у меня 45 получается. Да заколи бумбл, бро, честно. Остановитесь. У меня аж 3 тачки, в принципе, это уже, ребята, есть половинка у нас. Ты мой урус не нашел. Твой урус? И ты... У меня урус тоже был. Да ну, ты урус ставил мне сегодня? Да. Так, да. Ну тогда постараемся найти, если ты его ставил, как говорится. Если уж он есть, то грех его, ребята, не найти сегодня. Поэтому, так, пока осматриваемся более детально, более внимательно, как говорится. Но здесь... Ну, я не знаю, честно, ребят. А ты то на есть... полицейском что-нибудь еще оставил? Да, да сложно как бы сказать, на самом деле. Сложно как бы бро сказать, потому что я не помню. Что-то нашел даже, я не знаю, на самом деле. Поэтому, так, а ну-ка здесь, вот, это у нас получается, там я вроде как все обыскал. Поэтому поехали-ка, а это у нас что? Это у нас зона, вот, зона внутри. Все, поехали посмотрим здесь тогда внимательно. По времени, бро, прошло у нас 8 минут, поэтому еще есть 4 минутки. У меня всего лишь 4 тачки, ты прикинь, как бы, это прямо... 4 из 8. Алло, где тачки? Чего? Что такое, бро? Я только 5 нашел, но... Ты 5 нашел? Ну, 5 это неплохо. А стоп, я догадываюсь. Кажется, это вот столбик, это вот, мне кажется, здесь лишнее, да? Ну-ка. Да уйди ты, пожалуй. Ну, давай. Ну-ка. Да ну, нету? Сейчас серьезно, а где тачки-то? Я сейчас... Тут ничего нет. Я был уверен в этой нычке сейчас, честно говоря. Просто был в ней уверен. Более чем, но... А ты байк, да, говоришь, ставил мне еще? Блин, байк этого... А он прям, ну, аддон, да, байк получается, бро? Я правильно понимаю? Да. Блин, как? Куда мне ехать-то? Давайте заедем сюда, что ли? Потому что даже и знать не знаю. Ебой, нашел, это урус. А, как раз о котором, ты говорил, да. 5 тачек, по 5 получается у нас с тобой, бро... Ну, как бы, да. Здесь ничего нет, да? Блэтно, как говорится. Ладно, на самом деле, ребята, ну, я все понимаю, но... Блин, байк. Ты нашел мой Бентли. Какой еще байк, блин? Вы понимаете, мне байк искать сегодня? Это, ну, это куда? Это как? Это зачем? Топ, ты мне велик поставил? Не было. Не было велика. О, блин, там тачка напротив. Где? Через дорогу, получается, где ручей. А, я тебя понял. Вода бежит. Я тебя понял, это как бы, да, это было прикольно. Так, мы ручимся в басике, да, прямо около старта. Вот, ребята, как бы, вы понимаете, такое тоже может быть. Так, я пока сюда вылетаю и ремонтирую его, ибо он у меня тут заглох. Осталось 2 минуты, и это, получается, моя 6-я тачка. У нас с тобой, бро, ровно по 6 машин получается. Да, ничья пока у нас по тачкам. Но, что такое? Ты чё? Инкассаторы ездят здесь? Инкассы ездят здесь? Да. Мне кажется, это ненормальная тема. Я поверил, он пустой вроде бы. Точно? Угу. Так, слушай, а знаешь, что я вспомнил? Если это байк, то это могут быть интерьеры, понимаете, ребята? Байк, это могут быть интерьеры. Здесь не заехать, поэтому это не, точно не здесь. А что быть. Если... А что если вот это место? А что если вот здесь? Нет, нету здесь, да ну, блин, где я? Нужно найти байк еще, вы понимаете? Нужно байк найти и тачку, видимо, да? Я не понимаю. Подожди, а байк какой? Типа, какой-то просто обычный байк или какой-то интересный, может быть? Спортивный какой-то там был. Спортивный был, да? Угу. Я тебя понял, блин, здесь пока ничего. Может быть, здесь у нас что-то стоит? Ну здесь нету тоже, ребята, да, получается. Блин, я не понимаю. Я не понимаю, друзья. Вы понимаете, что
Осталась я не минута. Понимаю, куда ты оставил. Минута осталась. Минута. Так. Стоп. Надо тачки закинуть. Я вот здесь вообще машину не нашел, получается, правильно? Это очень странно. Это очень, очень и очень странно, поэтому. Блин, ребята, осталось 30 секунд, бро, осталось 30 секунд, и я просто не понимаю, ребят. Может быть, где-то типа в кустах ты поставил байк? Я знаю, куда ты засунул. Куда? Куда? А, нету. Нету, да? Нету. А что? Стоп, а, здесь тоже нету. Блин, да ну нафиг, это просто, ну как это возможно? 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время закончилось, бро. Да что ж такое? Там опять с тобой почти 3 тачки и нашли. Вот... Короче, ладно, я тебе расскажу, где байк. Байк вообще несложно находится, смотри. Ну давай. Так, сейчас я прыгаю, пока тебе протоплеер нажимаю. Где? Байк здесь. Да ну, я забыл про эту нычку в принципе. Я в шоке. Вторая а машина... тачка здесь. Где? В одежде? Да... Я да. смотрел в воду, ребята, просто, вот просто тайм-кодик. Я заезжал сюда, и я в воду смотрел. Как я... там такие блики, что все? Не видно. Все, мое да? Да, твое все. Короче, бро, ну у меня здесь... Где? Смотри, первое это... Так, это вот здесь получается. А, вот здесь она, вот стоит. Прыгай на меня, понимаешь? Чего? Просто вокруг, она стоит вообще, ну, ты понимаешь? Чего? Ты просто не проезжал ну, здесь, да. я знаю. Знаешь? Видимо, да. А еще одно, я не знаю, как ты вообще не нашел. Это вот здесь. Чего? Ты здесь проезжал, здесь самое главное. Ее не было здесь, тебе отвечаю. Да не, ты ее не видел просто. Иди ты-ка нахер, слышишь, ты переставил ее, ее не было, я стопудово помню. Ладно, я еще тут свою тачку увидел, я высока, развернулся, поехал дальше. Я перед тобой, я, короче, вниз я поставил, думаю, потом стоял, обратно поставил. Я понял, ну это, короче, небольшой такой троллинг был. Ладно, что по тачкам, слушай, бро, у меня здесь сегодня читачка есть, прикольный Киурус, Рейндж, BMW, Бентли и Мустанг. Здесь получается, что тоже и Бугатти быстрая, короче, тачек много у тебя и у меня прикольных. Предлагаю сделать одно испытание, давай мы с тобой сделаем драг-рейсинг, бери самую быструю свою тачку и поехали на испытание. Окей, друзья, это испытание Drag Racing. У нас здесь два драгстера, как бы. У меня здесь быстрый мустанг. У Димки здесь вообще какая-то нереальная тачка. Просто какой-то Land Cruiser. Стартуем на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Вау! Понял. Чего? Понял. О, слушай, ну, тебе скажу так, то, что ты не отстаешь. Ема, ты пошел! Ты куды, курлы? Тормози. Бочком, 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 бочком едет. Красиво, чекайте. Так, а я пока, ребят, разворачиваюсь. И газ полаз. Пока Димка разворачивается, вот чисто вот на этом я сейчас постараюсь как-то победить. Потому что... Развернулся, поехал, но не успею, наверное, да, догнать. Скорее всего, не успеешь. Хотя максималку у меня как бы все, я уперся уже. 270, я упираюсь. Догоняешь, но не успеешь, финиш, да, фух, 400 плюс у офигеть, меня. Скорости у Димки дикие, да. Друзья, ставьте лайки, давайте мы соберем 4000 лайков, выходит новенькая серия по этому классному шоу. Всем удачки, всем пока. Пока, ребят.